да? Я его взял, я его забрал на старт. Значит, и, наконец, на седьмом месте интуиция возможности, контролирующая, это уголок интуита, лирика и критика. И там вот идет контроль возможностей конкретного, проявления возможностей конкретного человека. Это для него допустимо, это недопустимо. И очень характерный такой случай, там на севере мы занимались реорганизацией строительных, строительных колонн, значит, и там надо было слить 2-3 колонны, и вот мы отваивали скитика, значит, это подразделение, к которому должны были влиться некоторые сотрудники. И он говорит, а Гринков называет человека, а там такой интересный маршал, очень даже с философским складом, с двумя образованиями. Говорит, нет, я его к себе не возьму. Он для меня слишком умный. Мотивировка потрясающая, потому что тем более он сам был умным человеком, ну и третий молодец, это вот мотивировка была именно по седьмой функции. Нет. Зачем я такие умные? Я сам буду умным и сам буду давать все эти. То есть такой вот. Ну, я еще знаю случай, когда были родители, значит, муж с женой, лирик и критик. Любой седьмая функция тоже интуиция возможностей. И вот твоего ребенка они очень сильно ограничивали по проявлению возможностей, потому что вот они считали, что в него можно только вот эти качества развивать, и только их, и все. Все остальные жестко пресекали. Поскольку они с двух сторон пресекали, конечно же, вот ребенок очень сильно был поражен там, в возможностях своего проявления там каких-то талантов. Теперь обратите внимание, что для чего служит седьмая функция? Служит для вот таким вот поведением, она служит для коррекции третьей функции дуала. Вот, когда Аушек написал, что о дуальной природе человека, всякая конструкция, она прежде всего привыкла о дуале. Поэтому вот у нас третья функция, они очень сильно корреспондируют, и вот этой критикой, значит, дуал для седьмой функции настраивает третью функцию, чтобы она правильно работала, правильно, нервированно, проявлялись там какие-то чувства, или действия, или далее, чтобы это не выходило за определенные рамки. Любой выход ведет к критике, но, а все остальное это уже следствие. То есть моя функция, она присена на контроль, на стройку третьей функции. А кто уже попал в зону действия этой функции, ну, тот сам виноват. И, наконец, восьмая функция. Ну, это очень простая вещь. Четырехмерная вертикальная. И одномерно примерная. То есть она принимает сигнал от одномерной функции дуала, запрос о помощи и действует дальше сама. То есть фактически функция, она своими действиями, своим поведением просто отвечает на невысказанные проблемы и просьбы дуала. Ну, четвертую функцию дуала. То есть всем своим
демонстративным поведением. Почему она демонстративная? Потому что по ней человек ведет себя так, и она, что она говорит четвертой функции дуала. Иди за мной, действуй follow me, да? Действуй как я, и все будет в порядке. Если дуал идет в русле четвертой функции, то все нормально. Лирику устраивает уверенность маршала по деловой логике. То есть как бы форматы этого ледокола он действует. Художника уверенность Дон Кихота по деловой логике. Гуманиста настойчивость и проявление демонстрация болевых качеств администратора Штирлица по восьмой функции. То есть там просто идет вот такое поведение. Эта функция достаточно мощная. Витальная, мощная. Она, конечно, опирается больше на какие-то усвоенные приемы, работы и так далее. Но поскольку она четырехмерная, эта функция как бы для себя, локальная, но тем не менее она хватает, и ее хватает для того, чтобы человек тоже мог делать какие-то достаточно успешные вещи. И поэтому и с восьмой функцией, и Дон Кихот и Жукова видят бизнес, и достаточно болевыми качествами обладает, не супер болевыми, достаточно примерными болевыми качествами обладает администратор, энтузиасты, вот вторая противоположная восьмой. И у нас есть такой художник, не художник, тенор, да? Баритон. Оперный певец Гришко, который энтузиаст, или его, и у него спрашивают, ну а как в частной жизни, там, что вы любите? Он говорит, вы что думаете, что если я пою во фраке, то я ботаник? Я могу кость забить и глаз дать. Из этой фотографии, где мы с ним чокаемся. Мы в букете, а вот, кстати. Это награждение. Вот так вот выглядит, посмотрите. Видно, да? Да. Да, это мы с ним. Награждение дипломом академическим. Вот он на числе комитетки награждал. Академик потом отвечал, а потом мы с ним снялись вот. Эти кассеты человек. Вот, поэтому. Что еще? Интересный момент. Ой, я пропустил. Шестая функция, я немало сказал. Она не только референт, она еще активационная. То есть если что-то надо, вдохнуть, что называется, жизненной энергии, у него вялый тонус, вот как-то все опускается, пульс нитивидный, да, условно говоря. Слабая эрекция, все впало, то ему надо создать условия для активации пожилой функции. Но, скажем, если это предприниматели, у них тут стоит болевая сенсорика, некоторые предприниматели просто едут на охоту и занимаются боксом. То есть это их мотивирует. Надо вспомнить самого Джека Лондона. У него он сам был боксером и вообще любил бокс. И у него даже есть рассказы там. Один из этих так и называется «Только кулаки». То есть ну, хороший способ активации для этого типа. У идеолога похожий способ, но это единоборство. Там не бокс, не этот вот, а именно восточное единоборство. Потому что там все более хитро,
Ночка включается и прочее, прочее. И вот мы очень много видели идеологов, которые были там юристами, и финансистами, тем угодно, а хобби занимались спортом, да, или на восточными, или на пустыне. Кунг-фу, карате, дзюдо и так далее. Ну, понятно, что если это этика эмоций, то это, конечно, какие-то эмоционально насыщенные вещи. Хороший концерт, например. Вот что-то такое эмоционально насыщенное. Да. У маршала и изобретателя. Если это... Если это длится времени, а это у хозяина и хранителя, то здесь очень интересная ситуация. Очень большое беспокойство о будущем. И вот если человек давать какие-то прогнозы о том, что может случиться, какие тенденции развития, какие ситуации могут развиться, то человек сразу успокаивается, перестает нервничать, заряжается таким вот таким конструктивным. Мы консультировали когда-то семью, состоящую из хозяина и хранителя. У них очень большая проблема. Дом полная чаша, потому что это привык сенсорика. Значит, все есть, страшно беспокоилось, когда это закончится. Когда же все прекратится, потому что они были страшными, во-первых, завтраками. Никаких предпосылок для этого не было, вот просто они не имели никакой, они друг друга изводили вопросом, ну, что же надо, что же нас ждет? А вдруг у нас все будет плохо? А вдруг мы всего этого лишим? Ну и так далее. И любимое у них было занятие приглашать к себе третьего, человека с белой интуицией, которого они затаскивали к себе на весь вечер, значит, и он им по белой интуиции лил такой бальзам на рамках своей функции. Значит, ну и мы им посоветовали, не уверены, раз у вас так уже сложилось, приглашайте к себе, дали еще целый спектр из тех, кого мы знали.